Дорогие друзья, хочу поделиться итогами работы и рассказать о решениях, которые, надеюсь, вам будут интересны, учитывая, что мы впервые запускаем реализацию этого проекта. Речь идет о реставрации памятников города Саратова и Саратовской области. Вы знаете, что наши денежные средства, которые позволили на протяжении предыдущего года выполнить проектно-сметную документацию по 21 объекту, и вот по 5 объектам подготовил обращение, которое сегодня уже было рассмотрено министром культуры Российской Федерации. Хочу сказать, что наше обращение было услышано, отношение к этим вопросам положительное, что позволяет надеяться, вопросы будут решены. Речь идет о выделении денежных средств за счет федерального бюджета в рамках федеральной программы на восстановление и реставрацию в городе Саратове Николая Гавриловича Чернышевского, дом-усадьба, музея Кузнецова, Вольские музеи, Волынский музей, это все объекты истории культурного наследия. Также мы обсуждали вопрос, который был отражен в заявке на финансирование восстановления в Подах усадьбы Нарышкиных. Учитывая, что данный объект сегодня находится в пользовании у профсоюзов, необходимо этот вопрос будет решить с тем, чтобы здание имело отношение непосредственно к государственной собственности, что позволит на реставрацию также выделить федеральные средства. Как только региональное министерство культуры решит эту проблему, сразу вернемся к этому вопросу.